Всех приветствую, у нас сегодня вот такая вот игра, называется она Mini Motorway. Смысл ее в том, чтобы именно оптимизировать трафик от дома к магазину как можно оптимальнее, как можно лучше, и здесь получается у нас рандомная генерация, то есть всегда сценарий один и тот же проигрывается по-разному. И в принципе расширение карты, я не знаю, насколько она далеко может карта расшириться, потоки здесь очень большие. Сначала потихонечку маленькие, а потом превращается просто в гигантскую карту. Эти все фантаста насмотрелся, теперь решил самому сыграть. Так, давайте начнем с Лос-Анджелеса потихонечку. Вначале я буду рассказывать, что как где ставлю, а потом некоторые моменты, соответственно, буду, как всегда, немножко ускорять. Все, ставлю время на быстренькое, и теперь потихонечку сейчас будем расширяться. Вот это вот зона карты, видишь, в этой стороне, вот так вот. Вот такая вот зона карты. Сейчас по мере того, как будет именно поступать машиночки в этот магазин, карта будет потихоньку расширяться и добавляться новые здания. Новые здания будут добавляться, они разных цветов, соответственно. И нужно будет именно доставить вот эти вот машинки, то есть с домом, направить их, чтобы они эффективно проехали. Тут мосты получаются у нас, автострады, да и в принципе все. Вот появились фиолетовенькие. И мы должны сейчас направить. Так, а я могу как-нибудь вот так сделать. Стоп, на паузу сейчас нажму. Быстренько. Не хочу я вас соединять. Давай-ка мы вот таким вот образом сейчас к тебе сделаем. Угу. Немножко подредактирую. Так, я уже немножко в нее играл. Некоторые... Ну, обучение в основном прошел. Есть, есть. Все, настраиваем вот так вот. Поехали дальше. Получается, вот тут у нас 6 машин, это счет идет. Чем больше мы машин примем, тем, в принципе, лучше. У меня максимальный результат, получается, за кадром получался 1900. Не знаю, хорошо это или плохо, но мне понравилось. Может, побольше получится в этот раз сделать, чем 1900. Все, сейчас потихонечку будем, на первая неделя прошла. Вот тут вот самое такое интересное. Что взять, светофор или круг 20 плиток? Я пока на данный момент возьму светофор. Иногда он нужен в некоторых местах, когда у нас уже идут соединения вот эти вот дорожненькие. Так, все, теперь осталось просто ждать. Ждем, пока сейчас появятся новенькие эти. Во, все, появилось. Смотри, сейчас ты как будешь действовать. Ты, значит, идешь в эту сторону. Тут бы вот так бы прокинуть бы тебе автостраду. Ну, у тебя пока будет временно вот такая вот дорога, смотри. Оп. Вот так вот. Я думаю, сойдет на первое место. Вот так сойдет, да. Все, поставочка. Тут новый магазин, когда появляется, обязательно нам нужно его обеспечить, а то ничего не получится. Слушай. А давай сделаем так. Да, я немножко больше плиток потрачу, но ничего страшного. Так, так, а здесь вот так вот и оставим. Вот так. А чё? Как в виде схемы получается, то туда, то туда, потихонечку. Ждем сейчас, пока еще новые появятся. Во, новая появилась. Домик, давай-ка в эту сторону. Так, смотри. Нужно будет сразу распланировать. Как бы тут, даже тут не распланируешь, даже на будущее. Ни в коем случае не получится. Пока магазин новый не появится, ничего не получится. Ждем, пока у нас сейчас неделька пройдет. Я сейчас на большой скорости пока. Уже приняли 35 машин. Для понимания, вот это вот получается запрос. То есть должна приехать одна машинка. Ага, ты в этой стороне. У нас как раз там мост есть. Давай я, значит, тебя вот так подключу. И все. Если с другой стороны у нас желтый будет, тогда вот так вот желтенький подключу. Так, круг и светофор. Светофоры у нас есть. Мне бы мосты и автострады. Можно там, пожалуйста? Мосты, автострады. То, что мне сейчас пока на данный момент нужнее. Давай-ка тебя перенаправим в эту точку. Так, как же ты ж неудобненько стала. Как же ты неудобно стала. Ну, ладно, давай. Там у нас все равно тот путь пока не используется. Вот так сделаем. На данный момент вот так вот пока. И они будут ехать в эту точку. Угу. Ну, пока работает все норм.
пока нормально. Ну, поначалу там норма, а потом уже происходит такая дичь просто. Везде как рандомится вот эти домики. Ты не понимаешь, что тебе куда ставить. Потом нажимаешь на паузу, думаешь, ага, если перенаправить трафик здесь, ага, если я вот тут перенаправлю. А машина находится на данном участке. А пока она с участка не съедет, ничего не разблокируется. Ну, иногда моменты бывают прям вот жесткие. Так, а можно мне как-нибудь не только взаимодействовать, да? Ну, допустим, вот так, допустим. Тебя я пока не знаю, куда присоединить. Давай сделаем пока так, временно. Если что, потом отсоединим. Два магазина. Ля, у нас в центре желтый, фиолетовый и белый. Так, появилась у нас новенькая и домик. В отдаленность. Давай, значит, пока так сделаем. На данный момент. И где-то у нас был светофор. Поставим здесь светофор. Так, вот мост у нас появился. Отлично. Давай мы, наверное, сразу тебя подсоединим. На всякий пожарный. Те два туда, те два туда. Но пока разъезжается, более-менее. Вот этот дом мешает. Вообще вот неудачненько он здесь зарандомился. Не в тему. Интересно, он проезжает сквозь этот? Я сейчас хочу понаблюдать. А ну-ка смотри, заехал. Как бы, ага, в магазин заехал. И дальше ты проедешь сквозь. Не, он все-таки объезжает. Так, тут пока светофор работает хорошо. Но в будущем нужно будет как-то вот этот участок модернизировать, немножко по-другому сделать. Я бы здесь вот так бы мост пробросил бы. Мост пробросил бы и три дома забрал бы, пускай они были бы. Так, ситуация усложняется, я понял. Допустим, мы тебя здесь подсоединяем с этой точки. Тут два дома получается. Нужно, короче, все воедино здесь уже соединять. Так, ты, наверное, справишься. Давай мы перенаправляем вас в другую сторону. И здесь убираем. Два сюда и два сюда потока. Этот поток мы пустим в эту точку. Так, первое шоссе. Отлично. Шоссе. Первое шоссе. Как бы тебя проще сделать? Шоссе мы пока трогать не будем. Но у меня есть идея. Смотри сейчас, как я сделаю. Так, нет, тут давай сейчас пока сделаем так. Теперь, ты в ту сторону обязательно едь. Я тебе перенаправлю вот так, мостик, и в эту сторону, да? И смотри, ты как раз будешь проезжать туда, куда нужно. Во, и вот так три оставим. Вот этот третий. Давай я перенаправлю в эту точку и закрою вот так вот. Здесь мост, значит, я уберу. Он, по сути, уже не нужен будет. Так. Фиолетки сюда заезжают, я вижу, да? Все, вот так мост убираем, он пока не нужен. Все, распределились. Тут так. И здесь каждый раз вот такие вот перестроечки. Неизвестно, какое вот тут здание появится. Цвет, какое здесь здание цвет появится. Пока все работает хорошо. Я бы фиолетовые вот тут автостраду бы пробросил бы временно, дабы они с белыми пока не мешались. Но пока вроде бы нормально все. Желтый появился, кто знает где. Два штучки. Я не знаю, что с вами делать. Три штучки. Без понятия. Скорее всего, на вот этот вот поток они рассчитаны. Но у меня даже вот здесь вот в гараже две машинки стоят. Не знаю, зачем они. Так, фиолетовые здесь. Давай вот так вас поток соединим. Фиолетовый вон там появился. Так, шоссе мне еще пока нужно. Вон еще фиолетовый появился. Значит, здесь можно сделать следующим образом. Вы, наверное, смотрите. Сейчас соединитесь. Я так понимаю, сейчас подлянка какая-то будет от игры. Вот так вот в эту точку и в эту точку. Тут справляется? Справляется. Здесь пока все хорошо. Смотри, сейчас мы, наверное, сделаем следующим образом. То я даже не знаю, как его замутить бы по-хорошему. Эти три могут снабдить.
эти два могут снабдить. То есть даже можно вот так перенаправить, чтобы 4 было. Допустим, да. Так, так. Ты можешь наискосок? Можешь наискосок, дабы я сэкономил. А вот так ты наискосок можешь? Можешь тоже наискосок. Отлично. Теперь, вот эти три желтые у нас пересекаются. У нас есть автострада. Давай думать. Значит, если я поставлю в этой точке, потом поставлю вот так вот, допустим, автостраду. Ну, допустим, да? Здесь перережем. А можно наискосок? Можно и наискосок. Отлично. Здесь я вот так тебя поверну. Ага. Здесь мы, значит, уберем. Не нужно пока. Соединим. И вот так. Так, здесь убрать. Стой. Здесь вот. Эч. Что-то мне кажется немножко здесь неудобно. Они сделали по управлению. Ну ладно, все. Филировочку небольшую наладили. Убираем. 1, 2, 3, 4. 4 здания в эту точку. 1, 2, 3 в эту точку. 1, 2, 3 в эту точку. Так, с 2 в эту и 2 в эту. Ну, тут нужно будет еще потом стабилизировать ситуацию. Скорее всего, перенаправить их другим потоком. Синий появился. Синий появился. Он находится здесь. Все синие тут. У нас вроде бы еще одна автострада была. Давай, значит, наладим ее. Тыкс, тыкс. Тыкс. Соединяем все вместе. Теперь, значит... делаем вот такой вывод. Здесь ставим, значит, вот так автострада. И погнали. Тыч. Давай. Допустим, я тебя поставлю вот так. Допустим. Есть. Ну, пока работает все нормально. 300 машин. 305 приняли. Так. Там настроили, да? Когда смотришь видос, вроде бы, ну что там такого, да? А потом, когда начинаешь как бы сам пробовать, оказывается, ну как бы сложновато. Суббота, сейчас будет следующая. Шоссе мне дай, пожалуйста. Плиток недостаточно, светофоры пока не нужны. Светофор я убрал. Тут пока работает. Так, куда... Ага, все, я увидел. Ты хочешь, чтобы я провел вот так? Да не вопрос. Держи. Держи. Больше никаких магазинов не появилось? Нет, не вижу. Пока там закрывается, фиолетовый закрывается. Все вроде бы нормально. Синенькие быстро едут туда, куда нужно. Ой, серые появились. Серый модернизировался. И вижу здесь. Значит, давай мы тебя перенаправляем в другой поток. 4 справляется, по сути, да? 4 справляется. Давай, значит... В этот поток я тебе перенаправлю тоже. Так, 1, 2, 3, 4. А ты в этот поток, значит, пойдешь. Тоже, наверное, я вижу, тоже добавляет. Давай вот так вот. 1, 2, 3, 4. 4 точно, да, справляется? 1, 2, 3, 4. Да, справляется, нормально. 1, 2, 3, 4 справляется. Здесь пока не знаю, куда. Тут желтый, желтый, желтый. Круг, пожалуйста. Мост есть, круг, пожалуйста, дайте мне. Смотрю, просто вот здесь 4, если их направить в эту точку, то как раз нормально будет. Но у нас тут присутствует серый, я вот вижу серый, 2 штучки. Его бы куда-нибудь быть пустить в другую сторону, и у меня только подозрение вот так сделать. И дабы серый у нас подкреплял вот так и вот так. То есть, если что, будет выезжать. Две машины, я думаю, не сильно там сыграет роль. Пускай двигаются. Синий появился в этой точке. Не вопрос. Поехали. Пока справляемся. Пока все нормально. Проблем пока не вижу. Вот этот меня интересует, как они будут. Здесь норм. 1, 2, 3, 4 нормально справляется. Даже еще стоят, отдыхают. Как бы. Тут нормально, здесь нормально. Ну, ждем, пока новый магазин появится. Пока справляемся. Но это пока. 1, 2, 3.
И вот этот вот четвертый вот так вот подкрепляй. Блин, белый появился там вообще, где не нужно. Мосты, мосты обязательно нам нужны. Белый появился в этой точке. Еще один белый появился. Так, теперь у нас ситуация такая. У нас есть автострада? Есть. Значит, смотри. Давай-ка мы сейчас автостраду вот так прокинем. Соединим вас с дорогой. Вот так соединим. И вы 4 обслуживаете. 1, 2, 3, 4. 4 обслуживаете. А мост мы сейчас заберем. Так, забираем пока мост. И белый перенаправляем в эту точку. 1, 2, 3, 4. 4. Да, 4, смотрите, вот на 100% обеспечивают. Так, теперь смотри здесь. Вот эту, наверное, мы... там трешечка, видишь, далеко. Тут двоечка. Здесь тоже. Давай мы, значит, тебя вот вас перенаправим в эту точку. Вот так. Вот так. Теперь сюда. Теперь смотри. Два. Два мы перенаправили в эту точку, да? Теперь этих забираем на это предприятие. Вот так. Один, два, три. 4. Вот этих, значит, переключаем в другую сторону. Пока временно. Я не знаю куда. Но пускай пока переключится. 1, 2, 3, 4. Все. Так, тут есть. Тут есть. Что у нас получается свободное? Да, вот они быстренько начали ехать. Он перенаправил. 1, 2, 3, 4. Я бы даже вот этот бы крайне бы еще. Не, пока крайне не буду никуда подключать. Пускай сбоку стоит. Хотя... Хотя. Давай на всякий пожарный подключим. Вот так. 5 штук. Пока принимают. Здесь тоже пока нормально. Там пока не рыпаемся. Ну, я даже пока не знаю. Воу, белое здание появилось тут. Ну, в принципе, это было ожидаемо. Значит, вот там убираем дорогу. Да, я посмотрю. Да, вот тут убираем. Значит, трафик. В принципе, а зачем ее убирать? Давай, наверное, вот так залепим. Дабы там новые не появились на всякие пожарные. И вот так вот трешечку. И как раз они будут туда подъезжать. Синий вижу в этой точке, но их пока всех снабжают. Тут нормально. Все, возвращаем назад дорогу, как она изначально была. Пока наблюдаем за ситуацией. Шоссе, да, шоссе мне нужно, спасибо. Шоссе мне пока нужно. Так, тут работает, здесь тоже работает. Еще одно появилось. Давай-ка мы тебя перенаправляем. 1, 2, 3, 4. Синенькое появилось, но я не знаю, куда тебе пока применить. Еще появилось. Ого! Вы прям так... По-жесткому прям так появились, я даже пока не знаю. Как вас обеспечить? Синяя еще появилась. Я не вижу магазинов просто пока. Во, магазин модернизировался. Все, я теперь понял, зачем там синие появились. Давай, переназначаем. Значит, у нас тут было сколько? 4, да? Я, значит, забираю. Забираю. Тебя тоже. Так, переназначаю. Тут мы с дороги снимаем. Вот так. И в эту точку переназначаем. Все, 4 штуки. Синий модернизировался. Фиолетки пока здесь держат. 3 штучки. Здесь пока нормальная. Здесь фиолетка, не пойми, почему. Давай подключайся. Так. Так, теперь здесь вот так вот. Ну, норм, норм. Смотри, желтенькие вон не подоспевают, я вижу. Нужно прокидывать шоссе. Вот здесь проблема. Вот здесь я даже не знаю. Они вроде бы и так на полную катушку едут, но все равно. Видишь, серые. Вроде едят, но все равно. Тут какой-то вот затык у них. Вот тут они тормозятся. А если я вот так тебя модернизирую? Вы будете здесь эффективнее проезжать? Желтый нужно прокидывать. Сейчас будет беда с желтым. Я вот вижу, наблюдаю. Желтые, получается, едут в эту точку. И в эту. И их не хватает.
Давай, вот здесь тогда убираем полностью дорогу. Так, этот сюда ставим. И желтому, чисто желтому, даем отдельную автостраду. Так, так, так. Вот так. Тут на ту сторону. Автостраду мне, пожалуйста, дайте. Не, давай чуть-чуть дальше автостраду. Чуток дальше. Вот на вот этой клетке, да. Вот так, отлично. И вот так выведи. Все, норм. Должен сейчас перераспределить силы. Так, вот видишь? Но они приехали, сейчас быстро все закроют. Здесь тоже закрывают. Синий появился. Синий появился. Можно под мостом провести, ничего страшного. Как раз. Ты как раз вовремя появился, белый. Я не знаю, куда тебе, честно. У меня даже нету никаких мыслей, куда тебе сейчас. Я пока на данный момент вот так сделаю. Есть, там убрали. Синий, есть. Тут желтый. Чё там, желтенький закрывается? Да, 4 справляется, но как-то... Как-то не ахти. Желтый появился, кто знает где. А чё, у меня совсем ничего? Есть у меня автострада. Есть у меня автострада. Есть у меня авто... Вот эти вот два я вижу, можно как-то поток перенаправить. Смотри, у меня, значит, здесь присутствуют 1, 2, 3, 4, 5. Если, допустим, я вас соединю. Видите, вот такая вот простая игра, но думать все равно приходится здесь. Так, шоссе. Давай-ка мы сейчас тебе прокидываем. Допустим... Максимально быстро, чтобы вы уезжали с этой точки. Не, я так не хочу. Вот так я хочу. Дабы у них немножко было там время. Ага, ты с этой точки подсоединяйся. Да не трогайся ты, во. Ты вот так вот. Все, давай посмотрим. Даже больше, чем нужно, появилось. Желтый, смотри, где появился. А, дуреть просто. Но у нас как раз вот здесь есть. Мы можем его закрыть. А я могу вот так перенаправить. Так, там есть. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Тут вообще дофига сколько. Смотри, пока все закрывается. Пока все норм. Пока все нормально. Ситуация пока стабильна, кроме белых. Мне не нравятся белые. Круги, я даже не знаю. Ну давай круги заберем. Белые мне не нравятся вот здесь вот вообще никак. Не, хотя закрывает. Тут закрывает, тут тоже норм. Ждем. 1300 пока набрали. Смотрю, просто никакое здание не пропустил. Тут здесь такие подставы бывают. Пропустил и что-то не увидел. Неделя 12. Выбираем шоссе и смотрим, где мы что можем оптимизировать сейчас пока на данный момент. Смотрите, на данный момент я вообще пока не знаю, где тут какие оптимизации сделать. В голову ничего не приходит существенного пока. Вот здесь желтый закрывается, но не, они прям впритык закрываются. Давай, наверное, вот эту добавим им. А можно как-нибудь, вот я вижу, простаивает. Так, еще добавить желтый. Так, все, норма. Забиваю. Фиолетовый появился, стой. Стой. Фиолетка появилась. Я завтыкал. Шоссе. Нельзя двигать здесь шоссе. Понял. Хорошо. А, допустим, здесь. Вот так можно двигать. Вот так шоссе можно двигать. Ну, вот так вот не пойдет. Давай. И как можно быстрее направляй их. Как можно быстрее. То сейчас будет беда. Все, машинки выехали.
Сейчас будет пиликать, наверное. Да, вот пиликает, смотри. Но они выехали, сейчас справятся. Один, два. Тут маловато, их три только. Я вон вижу, вот тут еще не задействовано. Может, ее как-то можно перенаправить через мост. Сейчас, секунду. Может, как-то можно вот так через мост ее перенаправить. Можно тут соединение сделать? Можно. Да, вон, единичку я перенаправил. Мосты. Мосты у нас есть, 13-я неделя, я не знаю. Здесь справляется. О, есть, есть. Подкрепление пришло. Вот так, вот давай. Тут тоже справляется. Желтый, вон, смотри, что там с желтыми творится. Просто жесть. Они еле-еле тащат. Я, в принципе, не знаю, можно ли им еще шоссе подать. Вот, эти тоже не справляются, смотри. А если так добавить, вам справитесь? Ну, ну. Смотри, вот этот, наверное, сейчас подкачает. Прям что-то очень быстро вот идет. Смотри, 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 смотри. Сейчас я под шоссейкой посмотрю, что там вообще творится. Я не могу никакую оптимизацию здесь вообще сделать. Максимум могу фиолетовых пока отрезать временно. Вот так. Фиолетовых. И перенаправить чисто серые, чтобы были. Тут, в принципе, фиолетовых достаточно. Они могут все обеспечить. Так, эту фиолетку, допустим, сюда. Вот так вот вместе их вывести. Так, стой, 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 стой. Я не знаю, куда вас, вот честно. Вы там мешаетесь, стоите. Вот они все есть, пускай как можно быстрее проезжают. И вот так через шоссе едут, да? Там есть. Там есть. Интересная ситуация, ладно. Давай мы вот так направим. Сейчас посмотрим, получится или нет. Просто минусовал один поток. Просто один поток минусовал. Эти не успевают, тупо лень. Их один за одним выезжает, они не успевают. И чё? 14-я неделя, нам дают еще одно шоссе. Так, дайте секунду, сейчас я подумаю. Ну что, думал я, думал и пришел к думе следующее. Смотри, у меня меньше всего задействовано вот этот вот участок. И я бы сейчас бы через него бы как раз бы и прокинул бы шоссе. Прям напрямую. Оно бы сейчас могло спасти данную ситуацию. Давай, значит, так и делаем. Проводим вот так вот шоссе напрямую. И посмотрим, спасет ли это ситуацию или нет. Так, и здесь я немножко шоссе подправил. Прям напрямую, то есть они вот так вот идут. Беленькие, вот я вижу, вообще просто на изи справляются. И поставил здесь светофор. Не знаю, насколько это хорошо. Все, погнали они через светофор. Да, смотри, шоссе помогло. Теперь с вот этим вот сейчас посмотрим. Светофор поставил и прям напрямую шоссейку подключил. Ну, пока норм. Теперь фиолетовый, он, смотри, что-то там выступает. Я что-то, наверное, перерезал. А ну дай посмотрю. Блин, а фиолетку он, я, смотри. Фиолетку вот здесь перерезал. Давай плитками сейчас попробуем закрыть максимально эффективно. Вот так вот. Ну, поехали. Выезжайте быстрее, 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 быстрее. Выезжайте, насколько это вообще возможно. Ну, есть, есть, есть. Давай быстрее выезжай. Вам вроде там никто не мешает. Ну, вроде нормально пока, да? 15-я неделя. 4... Ну, вообще нужно было не мост взять. Что, спасло ситуацию, я так понимаю, да? Так,
Теперь давай думать дальше. Сейчас, дайте секунду. Так, ну что, в принципе, смотри, я немножко вот тут вот дома подвигал, посмотрел, где там не видно те машинки, где там что там мешает им, и вроде бы справилась. Сейчас пока вот смотрю ситуацию за вот этим вот. Фиолеткой, что-то она прям как-то, смотри, жестко. Здесь непонятно, что творится. Так, стоп. А что здесь творится-то? Они не могут проехать. А почему вы поехали сюда? А с откуда фиолетовые здесь взялись, мне интересно. Они фиолетовые с этой взялись. А почему вы едете? О, автострад нету, да? Автострад нету, этих нету. Ну не знаю, пускай, что будет, то будет. Успеет, успеет, не успеет, значит. Значит, не судьба. Да. Все. Игра закончена. Сколько мы смогли? Мы смогли 2990 прожить 109 дней. Я не знаю, много это, немного. Понравилось вам, не понравилось. Но именно тут быстро нужно логически мыслить и сразу же понимать, какой мост брать, какой не брать. Может быть, я потом в будущем побью рекорд. Может нет. Все зависит, в принципе, от вас. Если вам понравилось, то потом в следующий раз еще раз запишу. Пока.